Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбу, у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер. Естественно, начинаю данную игру с меню, потому что, ну как же, такой вообще зажигательный трек, такая музыка, как же ее не маленько не послушать, ля-ля. Так, конечно же, еще надо посмотреть достижения, которые получили после первого прохождения. Так, это смотрите, у нас появился Скарлетт Гуд и Лисенок, вот такая вот... Весьма интересная экранизация. Так. В принципе, неплохо смотрится. Здорово. Так, давай выходим. Дальше. Получилась певица Скарлетт. Скарлетт на студии звукозаписи. Но здесь она в человечачьем обличии. Человек, как говорится, вот так выглядит. Так. Смотрим дальше. Это у нас Скарлетт Гуд в своем облачении ведьмы. Ну, собственно говоря, где мы ее и оставили в прошлый раз. Вот эта рука. Но здесь она какая-то плюшевая. Там-то вроде бы она настоящая. Кстати, мантия как будто бы нарисованная. Ну, вроде нет. Так, ну а вот это мы с вами уже в прошлый раз видели. Все, никаких больше иллюстраций нету, поэтому пойдемте играть, продолжать, где мы и оставили нашу героиню в прошлый раз. Так, загрузочка. Так, все в порядке, все хорошо тут у меня. Что-то с микрофоном маленько. Поправить надо. Стул и себя и прочее, прочее. Так, вот наша главная героиня, привет. С этим посохом каким-то. Ну, я думаю, что посох будет вытворять какую-то непонятные всякие магические штуки. Так, здесь у меня... Здесь у меня что-то есть. Да, у меня есть вот эта вот подсказочка. Так, какой-то водопад... Какое-то лицо и, какое-то и какая-то сидушка. Хорошо. Давай смотреть. Рунические надписи над аркой подсвечиваются, когда я держу эту табличку. Ну понятно, сейчас будем с тобой мутить. Водопад, лицо и вот это. На кончиках пальцев этого посоха такие же руны. Интересно, а что если... Так, откройте лисьи врата при помощи арочных камней. До того, как они... Как закончится время. До того, как закончится время. Так, а что делать надо? Подожди. Я не понял, как это работает. И что? Нажимать надо? А, сюда надо нажимать, наверное. Подожди, еще раз. Блин, погоди, я что-то не могу понять, куда нажимать и что делать. Сюда, что ли? Нет. Блин. Видимо, надо стрелками как-то крутить. Вот. Подожди. Ну-ка, ну-ка, еще раз. Да, елки-палки. Что делать-то надо? А, надо... Подожди. Я пока схему понять не могу, как это работает. Я нажимаю на Q. Давай еще раз. Нет, не получилось. Еще раз. А почему нет-то? Раз. Хорошо. Когда она загорается, что ли, надо? Раз. А. Ну ладно. Я просто не понимаю, какая клавиша со... Ты издеваешься? Да ёшки-матрёшки. Ой, вот это испытание. Да ёж ты год-то, а. Да как так-то? Да ё-матрёшка. Плохая из тебя ведьма. Не могу я понять. Не могу пока, подожди, не могу сообразить принцип. Как это работает-то? Как это работает? Я думаю, что надо нажимать клавиши, когда они загораются. Но это тоже как-то не совпадает, потому что я не знаю, какие клавиши под какие работают. Тут у меня рука, раз, два, три рука. Так, подожди. Здесь у меня что горит? Так, здесь у меня... Так, здесь... Вот. Рука, водопад... Так, а, клавиши стрелками вверх. А, вот они, где подсказки, понятно.
То есть получается у меня вот в водопаду соответствует клавиша влево, этому лицу клавиша вверх, а этому лицу клавиша вправо. Вон оно что. Вот оно как. Ну давай попробуем. Давай попробуем еще раз. То есть... Так. Вай, блин, я понял. Давай еще раз. Да, да, ёшки-матрёшки. Да, да. Да и ты издеваешься. Я все правильно нажал. Да второй же водопад был. Какого хрена-то? Второй водопад был, я алё. Ну ладно. Тут любая последовательность, интересно. А, подожди. Первый же вот водопад. То есть надо первый нажать водопад. А водопад у нас... Какая загадка-то, охренеть. Водопад это влево всегда. Это всегда вверх. Это всегда вправо. Хорошо. Да, блин. Они меняют свое местоположение еще, понятно. Тут, короче, появляется эта графа, надо на графу смотреть, какие там символы. Я сообразить не могу, они там разные. Давай еще раз. Короче, лицо, водопад, да ёшки-матрёшки. Лицо, вот... Ай, блин. Вправо, 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 отлично. Наконец-таки. Ну, она не сложная, просто, да. Первый раз, первый, блин, комом. Тук. Сработало, улепетываем. Ну да, примерно я с таким же видом все это увидел. Сработало, поэтому улепетываем. Ух ты, здрасте. Говорю тебе, оно как шлепнется с неба, и мост приказал долго жить. Ну, выбора нет, пойдем через Звалесье. Комар? Комар, твоя идея как песочный суп, в ней нет смысла. Мне страшно представить, что с нами случится, если черная ведьма поймает нас в ее лесу. Госпожа Дикси! Смотри, бежит. Засранец. Тук? Комар сказал, что ты погиб. Нет, госпожа. Был на волоске, но выжил. Жив-здоров, если учитывать обстоятельства. Жив-здоров, значит. Что ты сделал с моей повозкой, засранец? Готовь получить ремня. Какая Дикси это... Она похожа, кстати, на эту, которая контракт предлагала. Но не внешне, а характером. Опа, вот и красная ведьма. Сейчас им тут влепетает. Дикси, смотри, сразу такая пересрала, да, шляпу уж потеряла. Скарлетт. Хе-хе, приветики. Не знаю, как вам, а мне вот выражение лица Скарлетт вот это вот абсолютно не нравится. Вот прям вообще не по нраву. Тук. Я как раз хотел рассказать, госпожа Дикси, это она шлюпнула с неба и сломала мост до королевствиля. Что ты несешь? Это госпожа Скарлетт. Хм, таких высоких живунов я еще не видела. Откуда ты, световолоска? Она не из этих мест, говорит, из королевства Кентукки. Кентукки, и что здесь вообще происходит? Дикси. Как руководитель этой труппы неудачников, позвольте мне прояснить ситуацию, госпожа Скарлетт. Эти болваны пытаются убедить меня в том, что именно ты виновата в разрушении единственного пути на коронацию принца Лира. Госпожа Дикси, вообще-то она еще и... Тукциц! И похоже, ты и правда ответственна за уничтожение моей повозки, набитой прекрасными товарами. Возможно, там, откуда ты родом, это и считается нормой. Но в глуми не подобает вести себя так, как бабуин в посудной лавке. Вообще-то слон, ну ладно. Но они же тут в королевстве, понятно. Поэтому я буду рада возмещению ущерба. Так, а что Скарлетт-то напряглась? Послушай, я не просила гребаная торнадо закидывать меня сюда. Я просто хочу вернуться домой. Какая злая. Живун. Госпожа Дикси, у нас неприятности. Так, это кто такие? Что здесь делают до-до-до? До-до-до-бо? Это еще кто такие? Смотри, какие типы прикольные. Летающие макаки с ружьями. О, и птицы...
эти, как они, которые вымерли, этот кондор какой-то, да, по-моему? По-моему, с них рисовали еще в ледниковом периоде, в мультике они тоже там бегали. Скарлетт, какого? Посох движется самостоятельно, так контролируй его. Поберегись! Все, улепетнули. Вот и все. Вот так вот. Божечки, я была так зла, что не заметила ее раньше. Это же легендарная палка-огревалка. Ну да, палка-огревалка. Тук, почему ты не сказал, что перед нами настоящая ведьма? Так я ведь пытал. Цыц-тук, я думаю, вы все сказали, что она упала с неба. А, вы все сказали, что она упала с неба. И судя по твоему облачению и тому, как ты размахиваешь палкой-огревалкой, это может означать только одно. Должно быть, ты новая красная ведьма. А последние слышали около 4 лет назад. Да, в этом нет сомнений. Послушайте, вы явно меня с кем-то путаете. Повторяю еще раз, я не ведьма. Ну да, палкой-копалкой кто сейчас размахивал? Как скажешь, только по сути это не изменит. Но нам не следует оставаться здесь на виду. Нужно разбить лагерь в Звалесье. Тогда у нас хотя бы будет укрытие. А ты, естественно, будешь охранять мою труппу, пока мы не переберемся в другую сторону. А чё это работать-то на тебя буду? Иди-ка ты нафиг, слышь? Я иду домой. Это меньше, что ты можешь сделать за мою разрушенную повозку и единственный мост в Карствиле. Это форс-мажор, алё. Непредвиденные обстоятельства. Никакое не возникает никакого обязательства у тебя по размещению вреда. Ты наносила его не по своему убеждению. Проведешь нас через лес, выплатишь свой долг. К тому же эти леса таят в себе магическую историю. Ты сможешь найти ответы на свои вопросы. Что скажешь, хочешь присоединиться к мастическому каравану? Ну, какой-то такой, так себе ваш караванчик, конечно. Ну да, выбора походу нет. Выходит, на тормозах это не спустить, да? Ладно, хватайте свое барахло и выдвигаемся. Как ты быстро ты согласилась, Скарлетт? Вот вообще, вот прямо. То прям такая деловая, там это, тут вообще слабоватая. Прикольно у них этот с клювом сидит. Что-то я не вижу радости в ваших глазах. Вы словно на похоронах. Так, получено достижение у каравана. Летун, не хочешь рассказать хорошую историю, чтобы поднять настроение? С удовольствием. Все мы знаем, что гномы были первыми жителями Глума, задолго до того, как здесь появились живуны. Их тотемы говорят с ними сквозь пыль, времен шепотом потерянной культуры. Гномы обладают врожденными способностями, которые некоторые считают магическими. Естественно, гномские ремесленники, волшебники искали земли, которые усилили бы их способности. Земли, лежащие на пересечении линии Лей, источники жизни Глума. Лес вокруг нас как раз и находится на одном из таких пересечений. Когда-то здесь жил тот древний народ. Что ж, полагаю, это и есть причина, по которой черная ведьма поселилась в этом унылом месте. Скажите, госпожа Скарлетт, вы чувствуете себя здесь иначе? Я имею в виду, что вы ведьма и все такое. Кстати, об этом, ведьма, вы можете призвать посох одним движением руки? Говорю же, я не настоящая ведьма. Ну и Скарлетт это вот вообще какая-то... Не скромничай, попробуй. Они лучше знают ее, понимаешь, лучше. Ты с посохом с этим... А что ты ходишь с ним? Ну кинула бы его бы нафиг, и все, нет, ходят с ним. Ладно, ты сама напросилась. Ну давай, удиви. Ну же, госпожа Скарлетт, у вас получится. А ты-то куда подсираешь штук? Давай! Кстати, кто-то уже спит, смотри, у них. Этот такой сидит, смотри, который орёт-то, морда такой. Без толку. Подождите, мне кажется, я видел движение. Что? Серьезно? А, нет, показалось. Это из-за огня. Троллит, смотри-ка, троллит сидит. Скарлетт, дорогая, кажется, я знаю, почему твоя магия не работает. У тебя просто неподходящая одежда. А у вас прям подходящая, смотрю, в принципе, она одета так же, как и вы, вон, полуголые ляхи, в принципе, вон, какие-то накидки, шляпы непонятные, все так же, вы чё? Они, кстати, почти даже неотличимы, они как сестры, если бы не знать, что они чужие. Кстати, у нее же есть сестра у нашей героини, о которой вначале чуть-чуть обмолвились, возможно, она здесь из-за сестры, из-за какой-нибудь, кстати, как вариант. Отлично,
Модный приговор от живуна? Что ж, я слушаю, модница. Полное облачение ведьмы всегда состоит из комплекта, накидки, посоха и обуви. А, красные туфельки. Как красной ведьме тебе не достает особых красных туфелек? Какие модники, да смотри-ка, а, здесь собрались. А тут у вас есть это? Ну, ладно. Потом посмотрим, может быть, есть. Госпожа Дикси права. Вы не сможете использовать все свои колдовские способности без этих туфелек. Красные туфельки? Секундочку. Вот такие? А, для танца нужны двое, сладенькая, так? Где вторая? Другой нет. По крайней мере, я не нашла. Как жаль. Да ладно, думаю, нам хватит и тех скромных заклинаний, что ты уже знаешь. Да и кто я такая, чтобы жаловаться? Это ведь тебе выводить нас из этих лесов? Но она что-то явно не договаривает, смотри, у нее прям по глазам видно, она такая, с ней палец в рот не клади и откусит. Я оценила твою уверенность. Ладненько, на боковую. Завтра предстоит долгий путь, попробуй немного отдохнуть. Какая-то как вампирша она. Что-то страшное начнется. Что-то злое встанет на пути. Проснись и пой, светловолоска. Прервала сон такой печальный. Зевает. А? Вы уже готовы отправляться? Еще нет. Труппа все еще собирает вещи, а комар готовит долгорогов. Я просто хотел убедиться, что ты уже не спишь. Спасибо, конечно, но меня вряд ли можно назвать ранней пташкой. Не волнуйся, сладкая, ты можешь немного отдохнуть по дороге в королевстве. Я крикну, если нам ты понадобишься. Немного свежего воздуха поможет проснуться. Есть предложение, собери несколько грибов в дорогу. Поверь, если тебе нужен заряд энергии, грибы никогда не подведут. Ну да, судя по ее лицу, да, они грибы нормально так потребляют. Звучит неплохо. Посмотрим, что я смогу раздобыть. Так, смотри-ка, Скарлетт получила карту. М. Ага. Так, смотри-ка. Значок Скарлетт обозначает ее текущее местоположение. Ну, хорошо. А, вот как, ёшки-маташки. Это, интересно, вся карта этой игры? Или здесь существуют еще какие-то другие местности? Потому что если в кому играли, я помню. Там были А, Д, там переключаться можно было. Тут пока смотри, какая-то яма обозначена, дорога, мост. Так-то интересно, конечно. Так, давай с этим потрещим. Так, будем сейчас трещать со всеми, это вопрос. Ты проснулась, хочешь взглянуть на мои товары? Так ты еще и торговлись, летун. Доллары принимаются? Валюта Кентукки? Именно, загляни, вот. Бумажные деньги? Хо-хо-хо, хорошая шутка. Городские точно посмеются от души. Возвращайся со звоном гульдена в кармане, тогда и поговорим о делах. Где же здесь раздобыть гульдены? Так, этот какой-то, ну как комар, да? Кстати, у него музыка арфа. Чё творишь? Настраиваю свой инструмент. Будем наслаждаться нашим путешествием веселой песенкой. Ого, не ожидал встретить тут коллегу-музыканта. Как тебя зовут? Поддерживать моральный дух труппы – важная обязанность. Меня зовут Шмиль. А на чем ты играешь? На гитаре. Никогда не слышал о таком инструменте. Ох. Ну, инструмент совсем неплохой. Но свою я гитару потеряла в торнадо. Желаю скорейшего ее нахождения. Я уверен, что музыка твоей родины весьма интересна. А сейчас прошу меня простить, мне нужно сосредоточиться. Ну да, он бы подохренел бы от музыки ее времени. Так, это идти вперед, это идти. Так, это получается по карте, смотри-ка. Туда пройти и сюда пройти. Но нам на грибы идти, там точка конечная, так что пойдем туда. Сейчас все туда посмотрим. Я бы отдала кучу денег, если бы увидеть на тебя на Роделу. Да ладно, зачем? Привет, привет, комар, как твои дела? Помогаю Туку подготовиться к путешествию, у нас впереди долгий путь. Сколько времени займет это путешествие? Думаю, мы будем там уже к завтрашнему вечеру, при условии, что на дороге не будет никаких препятствий. Хорошо, что у нас есть долгороги. Без них можно неделю топать. Это вот эти буйволы, да, понятно. Так, какая-то циркачка.
Привет, нас не представили, я Скарлетт. Что такая веселая? Искорка. Я Искорка. Что не так? Я никогда не встречала гиянок. Ты ниже, чем я ожидала. Гиянок? Ниже? Забавно слышать такое от тебя. Тебя это задело? Я не хотела тебя обидеть, честно. Какая-то странная, мадам. Есть минутка, госпожа Скарлетт? Конечно, чем могу помочь, Тук? Мы поедем по Красному тракту прямо в королевство Иствиль. Проблема в том, что этот путь не использовался много лет и выглядит довольно заброшенным. Ну, естественно, только по таким путям и ехать, конечно. А мы должны запихнуть все наши припасы в одну повозку. Ты всегда мне будешь это припоминать, да? И поскольку мы не можем позволить себе промедление в этом опасном лесу, мне нужно укрепить колеса этой повозки. А я тут при чем? Но, к сожалению, мои инструменты пропали. Наверное, кто-то вчера их без спросу взял, чтобы разбить повадку так или иначе. Я все еще занят здесь, так что не могла бы ты помочь мне найти их? Ну, они ведь не могли далеко уйти, так? Так, это задание, да, мне он дал? Подожди. А задания где-то обозначаются у меня, нет? Задание Альт у меня, хорошо. Так, здесь у меня 0 гальденов. Здесь получается одна красная туфелька. Получается, когда мы найдем вторую красную туфельку, мы станем полноценной ведьмой. Так, что по заданиям? Цели. Подготовиться к поездке в замок Королевствиль. Дополнительно. Починить Туку. Помочь Туку укрепить повозку. Найти инструменты Тука. Найти что-нибудь съестное для поездки в замок Королевствиль. Понятно. Давайте тут сохранимся. Так, ячейку перезапишем, да. Лагерь Живунов. Так, смотри-ка, какой-то колодец. Что делает колодец желаний посреди леса? А почему колодец желаний? Откуда ты знаешь? Ты в теме, что ли? Опачки. Это фея? А, вон мелкая сидит на этом, как он называется, на колодце. Точно. Божечка, теперь я точно видела все. Привет! Опять эта физиономия дурацкая. Выключить. Ну, короче, фея явно испугалась. И в колодец улетела. Эй, постой, я не причиню тебе вреда. Бесполезно, отсюда ее даже не видно. Какая-то странная тоже фея. Так, грибы выглядят неплохо. Нет непонятных пятен, да и пахнут приятно. Отнесу парочку живунам. Скарлетт нашла грибы. Ну, что-то какие-то такие себе грибы, если честно. Я бы их со стены бы брать не стал. Так, смотри, мы здесь, ну пойдем туда сходим. Пойдем потихоньку изучать местные достопримечательности, что тут есть. Так, карта. Угу. Я, получается, вот тут сюда перешел, это получается сюда уйти. Эти ржавые врата надежно заперты. Я пока не собираюсь поскитаться по лесу. То есть мы сюда еще вернемся, понятно. Эти грибы выглядят опасно, но это мухоморы, да? Хоть и страна и волшебная, но мухоморы здесь также, видимо, присутствуют. Так, сюда погнали. Пойдем еще сходим. Так, там какие-то типы разговаривают, эти стоят. Так, сюда, да, тогда нырнем. Ага, давай. Так, смотри, какая дорожка интересная. Так, тут какая-то загадочка, походу. А вот инструменты. Так, все. Эй, похоже, это инструменты Тука. Кто-то вчера пытался ими отпереть врата. Ставлю все на то, что этот Тук будет рад их видеть. Скарлетт нашла инструменты Тука. Ага. Где они тут у меня обозначаются? Вот они обозначаются. Переносной набор, в котором есть различные инструменты, используются для обслуживания повозок, карамана и лагерей. Понятно. Так, а это что? Путь преграждают замысловатые механические врата, они заперты. То есть пока они, в принципе, не работают, ясно. Ну, не трудно. То есть нашли инструменты. Так, давай еще сюда сходим. Проверим, что там. Ух ты, ёшки-моталки. Так, тут ничего нет. Так, здесь вон грибы какие-то. У грибов очень глубокий оттенок. Посмотрим, что я еще могу найти. А, ну то есть эти грибы как бы несъедобные. В воздухе витает густой туман. Думаю, заблудиться там можно в два счета. А, ну это какие-то пути, короче, страшные, ясно. Так, ну что, давай поможем ему починить эту повозку. Эй, Тук, угадай, что я нашла. Мои инструменты. Теперь я наконец-таки могу заняться укреплением колес. Закончу в два счета.
Ага, то есть это я должен делать, да? Вот ты тук вообще, а? Так, и чё? Так, подожди. Молоток, давай гвозди при... Так. Так. Так, сюда не пойдет молоток. Так, сюда нет. Все поклал. Дальше смотри. Что еще? Что еще? Так, вот эту надо починить штуку, давай. Как тут? Во. Все. Все погнутости убрали. Так, убирай. Так, вот эту штуку. Сюда? Нет. А, вот сюда. Нет. А, это вот эти вот надо. Ага, понял. Поставил. Так. Что еще? Это, подожди, отвертка нужна. Нет, ну не отверточка, подожди. А вот так? Да, смотри-ка, запаял. Что еще? Так, что еще осталось? Гайки нужно прикрутить. Так, а где гайку взять? Вот эту-то надо как-то запиндюрить. Так, гвозди починили. Так, эту штуку куда? Сюда куда-то, да. Ясненько. Так, и что получается? Осталась отвертка не использована. Или вот эту штуку как-то можно... Нет. Здесь все сделано. Так. Ну-ка. Это никак. Подожди, но мне где-то шайба нужна, вот эта вот гайка. А я ее не вижу здесь. Так, а это с другой стороны, что ли, подлезть, да? Подожди. А, это все сбросилось? Да зачем? Блин. Нафига ты все сбросил-то? Как-то странно, подожди. Все. Замотал. Так, здесь что? Так, тут. А, вот сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Понято. Так, это давай сюда. Убрал. Так, что еще осталось у меня? Так, что еще осталось? Вот эту я как-то сделал, не помню как. Ау. Нет. Так, какие-то инструменты не совсем однозначные. Как я это сделал? Блин. Это не работает. Так, что еще осталось? Какая-то вот эта вот заклепочка. Так, ну эту все сделали. Ешки-моташки. Так, это не хочет бить. Вот, все сделали. Так, и что? Ну, вроде же все. Нет. Куда вот эту еще штуку? Так, что-то я не вижу. Как тут еще подсветить-то где-то, что-то сделать? Ну, вроде все, смотри. Может, вот это меня смущает. Вуаля! А, вот. Ура! Скажите комару, что караван готов. Ну, отлично. Так, смотрим по задачам. Так, все сделали, смотри-ка. Можем теперь... Грибы нашли, этому повозку укрепили. Инструменты... Так, а ты что хочешь? Эй, только сказал, что повозка готова отправляться в путь. Отлично. Я как раз закончил со сбором вещей. Можешь передать это госпоже Дикси? Нужно было сразу идти к главной. Ну да. А сами сказать не могут. Так, подожди, я еще сюда хотел сходить. Ага. Эй, Дикси, я нашел немного грибов. Да? Дай на них взглянуть. Скарлетт, что это? Ты не знаешь, как различать съедобные? По запаху? Нет. Каждый уважающий себя живун знает, что нужно смотреть на цвет. Как правило, чем ярче гриб, тем лучше. Серьезно? Ну, в моем мире ты, скорее всего, склеишь вас... Просто не забывай, что я сказал, ладно? Так, то есть грибы эти грибы, короче, ей не понравились. Значит, нам нужны первые грибы. Первые грибы, которые были красные, вот эти вот мухоморы. Давай. Такие яркие. Дома бы я бы их на километр к ним не приблизилась. Хм, на вкус напоминает яблоко. Ты что, сразу их схватила и съела? Ты что творишь-то? Скарлетт нашла грибы. Может, там какие-нибудь жуки, пауки водятся? Ты что? Что творишь-то? И пойдем еще те грибы возьмем, которые вот здесь вот были. Они тоже яркие. Они тоже нам пойдут. Вот они.
Но нутром чую, что они ядовитые, но такие яркие. Интересно, они и правда съедобные? На вкус напоминает зефирки. Скарлетт, нашего грибы. Ну ты даешь. Так, все. Повозку. Тук и комар говорят, что караван готов отправиться. Так, все готовы? В путь. Ну что, грибы сразу мои приняла. Ну ладно. Ей не хватает посоха еще. Это красный тракт. Он ведет нас прямо в королевстве. Комар уверяет, что мы прибудем туда к завтрашнему вечеру. Как раз к празднику. Да, госпожа. Если судьба благоволит, то все пройдет как по маслу. Ну не пойдет все как по маслу, естественно. Комар! Каково мое мнение о судьбе? Вас она не волнует, госпожа Дикси. А вас она не волнует, госпожа Дикси? Верно. А почему не волнует Тук? Потому что, собственно, терпение и труд все перетрут. Лучше не скажешь. Возможно, ты сочтешь, что это настроение ироничным, Скарлетт, но поверь мне. К концу дня ты будешь думать иначе. В путь. Ну погнали, поехали. Погнали, все. Разобрались совсем. У них хрена себе, вы погнали. Никогда бы не подумал, что однажды буду кататься на телеге, запряженной быком. Ну это не бык. Так это твоя же команда, твоих же друзей, которых ты оставила. А как люди путешествуют по Кентукки, госпожа Скарлетт? Ну, у нас есть множество способов передвижения. Машины самые удобные. На большие расстояния мы летаем на самолете. Все же знают, что летать удел ведьм. Думаю, ты сможешь взмыть в небо, как только найдешь эту красную туфельку. Что? Как? Не без помощи палки-огревалки, конечно. Как же? Как думаешь, для чего ведьма использует волшебные посохи? Палка не похожа на посох. Все дело в заложенном смысле, дорогуша. Волшебные посохи бывают разных форм. Если вы понимаете, о чем я. Да, Гуд. Так, что там комаром случилось? Госпожа Дикси, у нас тут проблемка. Так, опять эти птицы напали на нас. Ну не страшно. Ух ты, смотри, какая красопеточная ведьма, чернявенькая. Кто посмел вторгнуться в мои владения? Лефаба! Ну и ну, это же Дикси и ее шайка живунов. Ты знакома с черной ведьмой? Тише, световолоска, сейчас не время. Немного опаздываете на коронацию принца Алира, не так ли? Ненавижу портить вечеринку, но мы обе знаем, что я не могу позволить вам выйти из этого леса живыми. Но у меня есть дела поважнее, так что... Мама До, избавься от этого мусора. Так, то с ними драться не... О-о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 ! Здравствуйте, Мама До. Вот и твой звездный час, световолоска. Наваляй этим пернатым демонам. Что? Я не знаю, что мне делать. Да посох, бери свою палку и грибалку. Я даже уже знаю. Прикольно. Проснись и пой, световолоска. Ага. Получено достижение «Давящее чувство». Да-да-да. Я? Что? А? Спокойно, Светловолоска. Кошмар приснился. Постой. Где мы? Разве мы не уехали? Еще нет. Трупа все еще собирают вещи, а комар готовит долгорогов. Я просто хотел убедиться, что ты уже не спишь. Точно, прости, я просто... Мне нужна минутка. Не торопись, сладкая. Так, подожди, получается, она у нас ведьма, она у нас предсказывает типа будущее, да? Эти все то же самое скажут. Ты проснулась, хочешь взглянуть на мои товары? Посмотрим, что у тебя есть. Продается все. За достаточную сумму гульденов, конечно же. Так, гульденов у меня нет. Так, что у него есть? Сахарное яблоко. Этот сочный фрукт наполнит желудок, полностью восстанавливает здоровье.
Так, смотри, мятный сидр, освежающий напиток, облегчает прогулку, восстанавливает усталость. Восьми цвета, я бы сказал, червяки. Это уникальное растение, обладает удивительными целебными свойствами, исцеляет раны. И мазь из сосифраса. Эффективная травяная мазь для лечения самых смертельных ядов, исцеляет отравление. Хорошо. Так, а продавать тебе можно? Нельзя. Ну иди. Так, давай, друг. Ты шмель, так ведь? Верно. Ну, как ты узнала? Ох, Интуиция. Ты похож на шпиля. Да пользуйся тем же, ты ведьма. Говори, что я такая крутая, все знаю, всех вас раскидаю. Нет, она еще что-то это... Принимай новую реальность, все. Твое гигантское колдовство даже сильнее, чем я думал. И ты музыкант, так? Так и есть. Будем наслаждаться нашим путешествием с песенкой. Не пойми меня неправильно, но твои мистические приемчики меня пугают. Ну, короче, да. Обосрался чуток. Так. Ты что-нибудь помнишь? Конечно же нет. Привет, комар. Что-то не так, госпожа Скарлетт? Кажется, вы не в духе. Не ощущаешь ничего необычного? Если учитывать, что мы находимся в Завалесье, я бы не сказал. Так, вот это госпожа, здравствуйте. Доброе утро. Добренькое, хороший день, чтобы размять свои багеты. Прости, это не очень-то вежливо. Тебя это задело? Я не хотела тебя обидеть, честно. Просто я еще не встречала людей с такими недостатками. Ах ты мелкая, займусь своими делами. Есть минутка, госпожа Скарлетт? Для тебя всегда, Тук. Мы поедем по Красному тракту прямо... И недавно ты потерял инструменты? Хм, верно. Вы их где-то видели, госпожа Скарлетт. Думаю, я смогу тебе помочь. Никуда не уходи. То есть те же самые задания. Так, сохранимся, да. Грибы собрать, да? Смотри-ка. Помочь Туку укрепить повозку, ага. Ого, один в один, как во сне. Та самая фея. Стоп, что-то не так. Привет. Ну ничего не нашла умного, как опять с ней так же заговорить. Я Скар... И... До свидания. Эй, вернись. Так странно. Все так же, как во сне, только она будто вспомнила меня. Фуф, откуда мне знать? Ну ладно, фея выглядит добитыми. Так, эти брать не будем, да? Смотри, бежим сюды. Бежим сюды. Так, эти грибы. Есть более важные дела, чем собирательство грибов. Какие дела? А, помочь штуку повозку. Да грибы бы сразу бы собрала бы, да и все. Делов-то. Так, ну ладно. Бежим за инструментами. Кто-то пытался открыть эти врата, но кажется, им не повезло. Скарлетт нашла инструменты Тука. Хорошо. Так, путь преграждает замысловатые механические врата, они заперты. Так, все пока так же здесь. Ничего не изменилось. Так, беги сюда, Тук. Держи. Мои инструменты. Теперь я наконец-таки смогу занять укреплением колес. Закончу в два счета. Ну, вообще-то это мы заканчиваем, а не ты, так что не надо балаболить, Тук. А, теперь ты сам закончил, да? Вуаля. Скажите комару, что караван готов. Думаю, можно сразу идти к Дикси. Ну да. Подожди, а грибы-то? Давай сюда еще сходим. Подождите-ка. Я что-то нашла. Гульдены, золотые монеты, самая популярная валюта в Глубе. Покупайте товары у живуна. Взять. Отлично. Вот видишь, не зря сюда пошел. Так, сколько у меня гульденов? Один гульден. То есть уже можем что-нибудь покупать. Так, это ясно. Так, здесь. А это мы читали. Ну смотри, гульден один собрали. Значит, можем у этого живуна купить... Например, исцеляет раны восьмицвет и мазь. Давай возьмем восьмицвет. Сразу возьмем. Пускай будет. Закрыть. А ну а что, зря что ли? Исцеляет раны. Пускай будет. Тук говорит, караван готов. Так, все готовы. В путь. Я хотел сохраниться вообще-то. Куда ты погнала-то сразу? Это Красный тракт. Он приведет нас прямо в Королествиль. Комар уверяет, что мы прибудем туда к завтрашнему вечеру. Как раз к празднику.
Да, госпожа, если судьба благоволит, то все пройдет как по маслу. Комар! Каково мое мнение о судьбе? Вас она... Не волнует. Скарлетт, ты читаешь мои мысли? А почему не волнует Тук? Потому что собственное терпение и труд. Все перетрут. Лучше не скажешь, милая. Ладно, считайте, что я официально напугана. Возможно, ты сочтешь, что настроение ироничное, Скарлетт, но поверь мне, к концу дня ты будешь думать иначе. В путь. Так, ну погнали. Погнали. Интересная механика, конечно. Так, Скарлетт задумчивая у нас. О чем-то задумалась госпожа Скарлетт? Да, есть о чем. Дикси, что ты знаешь о Лефабе? Опачки, тут сразу это такая ушки на макушке, да? Ну правильно, у него он такие ушланды, так сказать, большие. Так, давайте пока маленько рассмотрим их повозку. Я не понимаю, кто сидит у них. Кстати, у него в одной руке он, получается, держит вожжи, а в второй руке этот треугольник, да, музыкальный, или что это он держит? Гепатогенные зоны какие-то. У него улыбка какая-то, как у этого, у Джокера какого-то он сидит. Здесь какие-то два развлекаются человечка, дракончики, ну красиво. Ладно. Я знаю, что она плохая. И она обитает в этих лесах последние 4 года. Может больше. Постой, откуда ты знаешь ее имя? Почему она не хочет, чтобы мистический караван добрался до королевствиля? Что тебя заставило так думать, Световолоска? Скажем так, интуиция. Нет ничего интуитивного в том, чтобы опорочить нас. Мы просто труппа артистов, желающих развлечь людей в большом городе. Ну да, ну да. Комар! Госпожа Дикси, у нас тут проблемка. Какого? Так, ну сейчас будет опять эта битва. И прикинь, она сейчас опять вот проснется. Вот прикинь, сейчас опять сон повторится. Кто посмел вторгнуться в мои владения? Лефаба! Ну и ну, это же Дикси и шайка живунов. Этого не может повториться. Тише, Световолоска, сейчас не время. Немного опаздываете на коронацию принца Лира, не так ли? Ненавижу портить вечеринку, но мы обе знаем, что я не могу позволить вам выйти из этого леса живыми. Но у меня есть дело поважнее, так что... Мама До, избавьтесь от этого мусора. Мама До. Ну, добрый вечер. Вот и твой звездный час, сладкая, наваляй этим пернатым демонам. Подождите, только не снова. Так, получим достижение туда и обратно. Вот это да. Третий акт. Проснись, пояс, Световолоска. Ага. Ага. Остынь, сладкая, ночные кошмары взъерошили твои перышки. Так, а тут у меня уже появился выбор. Появился выбор. Этого не может быть. Как говорится, кто рано встает, того и удача ждет. Я не из-за сна переживаю. Ты ничего не чувствуешь, Дикси? День повторяется. Что-что, дорогуша? Я уже проживала этот день прежде. Ох, мне знакомо такое чувство, дорогая. Я понимаю, твое прибытие было бурным. У нас у всех бывает подобное утро. Проехали, пора вставать. Но она, естественно, не поверила. Хотя, то, что я купил эти, как они, червяков, они сохранились. Так, ты. А ты уже со мной не разговариваешь. Смотри-ка, он почему-то не разговаривает. Так, с этими можно опять потрещать. Все еще настраиваешь свой инструмент, да? Ты весьма наблюдательна. Как он там называется? Мимси. Когда-нибудь видела такие? А там, откуда я родом, у нас есть что-то похожее, но зовется иначе. Музыка твоей страны должно быть довольно экзотична. Я думаю, можно и так сказать. Я уже говорила об этом, но я тоже музыкант. Что? Ты никогда не говорила об этом? Никогда? Даже о гитаре? А? Ну... Так, это точно был не про сон. Я снова проживаю этот день. Хм. Или это вовсе не... Или это и вовсе не сон во сне. А?
Что здесь делает этот негодник? Странно, не припоминаю, чтобы он вчера бродил по лагерю. Да. Подожди-ка. Не смотри на меня так. Я ощущение, будто проживаю сон во сне. Скажи мне, что я не сумасшедшая, комар. Ты ведь тоже ощущаешь это, правда? Смею предположить, ты плохо спала прошлой ночью, Скарлетт. Кажется, я схожу с ума. В этом лесу и правда тяжело сохранить рассудок. Лучше бы нам всем убраться отсюда как можно быстрее. Так, а это что мне скажет? Ты стоишь на том же самом месте. Что? Ты о чем? Тебе ничего не кажется знакомым? Как бы помягче сказать. Я стою в завалисе и болтаю с гигантской ведьмой. Такого раньше со мной не было. Поняла. Довольно откровенно. Но это всегда мне так говорить. А есть минутка, госпожа Скарлетт? С утречком, Тук. Ищешь свои инструменты? Как ни странно, да. Кто-то оставил их у тех странных врат у подножья холма неподалеку отсюда. Почему все вечно трогают мои инструменты? Спасибо, что сказала мне. Может, я теперь смогу укрепить эти колеса. Тук справится. Использую это время, чтобы во всем разобраться. Так, ну а мы давайте сохранимся. Лагерь живунов. Третье сохранение. И на этом закончим наше сегодняшнее приключение. Там нас ждет вот эта вот фея, которая понимает, что мы не во сне. И наш друг Лисенок, который, наверное, выведет нас из этой какой-то закольцованности, из этого какой-то петли времени. Ну а на сегодня все. Всем спасибо. С вами был Чердак Норбу. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте комментарии. Мне этого очень-очень не хватает. Ну, а сейчас все. Всем пока-пока.